партнер рубрики «Профессиональное училище номер 60 села Михайловки». Приходите, мы научим вас тому, что умеем сами. Здравствуйте, сегодня мы говорим об орфографии. На повестке дня орфограмма, которая вызывает трудности даже у взрослых людей. Возьмем два слова – интересный и безинтересный. Как видим, во втором случае после приставки вместо «и» мы написали «ы». Почему так? Оказывается, после русских приставок, оканчивающихся на согласный, в корнях пишется не «и», а «ы» в соответствии с произношением. Например, «подытожить», «предыдущий», «прединфарктный». Однако это правило не распространяется на слова с иностранными приставками, такими как «дес», «суб», «контр», «транс» и другими. Например, «суперигра», «постимпрессионизм». На слова с русскими приставками «меж» и «сверх», например, «межинститутский», «сверхинтересный». На сложно сокращенные слова, например, «пединститут», а также на слово исключение «взимать», в котором после приставки «вз» произносится звук «и». «Люди познаются в споре и в пути», считал английский поэт Джордж Герберт. Удачи вам в делах, будьте грамотны. Партнер рубрики «Профессиональное училище номер 60 села Михайловки». Приходите, мы научим вас тому, что умеем сами.